Я добрался до озера. Лошади у меня здесь. Скот. Жених приехал, татарка. Машалла. Шанель Коко. Шанелька. А, Шанелька. Девочка, смотрите. Ох ты моя девочка. Давай, газуй, газуй, газуй. Нам надо сейчас татарку покрыть срочно с регитерском вместе. Стой там, вон. Это наш мото-мото. Что с тобой, Ламби? Что с тобой, Ламби? Моя Ламборджини. Вот они, клиши. Мы их отрываем. Лейла на ноге обнаружил рану. Забираю домой промыть. Лейлу искупали. Ногу обработали марганцовым раствором. Будем делать витаминчики. Первый поймал татарку. Сейчас будем делать татарки. Я добрался до озера. Лошади у меня здесь. Скот тоже пасется. Это скот не нашего села. Приходят они с другого. Им говорят, их сюда не пускать, они их все равно пускают. В общем, едят наши поля. Хотя я-то никогда не против того, что они едят, мои лошади тоже идут куда-то. Но наши сказали им, что бы не пускали, но все равно они здесь гуляют. У нашего села нету столько скотины, сколько у одного фермера с другого села. У всего села, я имею в виду, нету столько скотины, сколько у одного фермера с другого села. Что-то их в этом году очень много. Вон там еще одна партия, вон там другая партия. Стригут просто. Вон там какие-то лошади. Еще дополнительно. Так, вон там наверху это татарка. По ее попке вижу, что это татарка. Вон там какие-то чужие есть. Вон там, по-моему, сын Золотов, если не ошибаюсь. Сейчас пойдем посмотрим. На озере вода прибавилась. Маленько. Вот дочка с мамой, Лейла. Так, сейчас пойдем смотреть. О, Регитерск это у нас. Все лошади идут сюда. Давайте, давайте, идите сюда, подтягивайтесь. Татарка! Татарка! Ма! 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 Эй! Иди сюда! Татарка! Сейчас будем смотреть, кто загулял, кто не загулял. Самое главное, посчитал я лошадей, что-то их много. Из-за того, что чужие тоже. Этот тоже пролинял. Наш император. Корова с лошадками вместе. Так, теперь будем делать осмотр. Татарка, татарка. Ма, ма, ма. Татарка, иди сюда. Вот такую татарку я узнаю. Машаллах. 4-5 дней не видел. Татарка, не уходи, подожди. Там лошади ушли, отдалились. Татарка. Вот это уже татарка, машалла. Машалла, табаркалла. Татарка, ты что грустная такая? Машалла, сейчас будем смотреть, есть ли у тебя клещи. Татарка. Умница, татарка. Ты болеешь, что ли, или что с тобой? Все хорошо? Точно? Точно? Булка. Жених приехал, татарка. Машалла. Вот теперь она в хорошем состоянии. Татарка ждали здесь. Ма, 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 ма. К нам хотят примкнуть остальные лошади. Мне кажется, вон тот, вон та лошадь, это жеребец. Не было его здесь. Сейчас пойду. Посмотрю, есть ли там что у него. Если есть, значит жеребец. Значит 100% колем эстрафан, так как я не видел, что делали лошади. Эти дни это Лейла наша. В воду зашла полностью, искупалась. Это наша Властимира. Машалла, зеленая трава сделала свое дело. Опять у них какули жидкие.
травы просто море, машалла. Шанель Коко. Шанелька. А, Шанелька. Девочка, смотрите. Ох ты, моя девочка. Давай, газуй, газуй, газуй. Бурагозишь. Ох, какой у тебя там. Какая грязь у нее там. Блин, лошади рады, смотрите. Иди сюда, иди, иди, иди сюда. Ух ты, Ванесса, Ванесса, Ванесса. Папочки долго не было. Покажи, что там под хвостом. Под хвостом, ой-ой-ой, какие клещи здесь, а? Ванесса. Персик, папин, персик. Девочка, иди сюда. Вот это что за чубик у тебя здесь? Дай, покажи мне его. Вот так, убираем. Он тебе не нужен. Давай уберем его. Давай уберем его. Ну ладно, попозже мы его уберем. Пролиняла наша девочка. Ха, 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 ха. Мото-мото у нас пролинял, посветлел. Блин, ты что? Дай оторву. Вот так. Дай оторву. Вот так. Вот он не нужен тебе. Маша Аллах табаркалла. Татарка. Своей походкой татарка идет. Сейчас будем каждого смотреть. Каждую смотреть. Иза и девочка. Видно, да? Жеребые животики их. И у Властимиры видно жеребый живот. Нам надо сейчас татарку покрыть срочно с регитерском вместе. Стой там, Ванесса, подожди немножко. Надо вас домой забрать, если честно, искупать всех. Дожди вроде бы уже пока не будут. У этого какой клещ там, оп-оп-ой. А ну, да я уберу его. Идрит Мадрид, а? Идрит Мадрид, сколько их там, а? Давай покажи еще. На Дугласа чем-то голова похожа. Измир, оставь чумбур, не утаскивай. Измир, что здесь, какие-то новости, да, у нас? Пока папа не был. А? Есть клещи? Одного вижу. Одного вижу. Дай уберу я его. Дай уберу. Вот так, убрали. Машалла, он тоже, машалла, бульдогом становится. Девочка, чуть-чуть стой, я чуть-чуть боюсь тебя, стой. Раздавишь ты папу, стой. Тебя надо было мото-мото назвать, машалла, табаракалла. А вот она, Валидешка. Это наш мото-мото. Это наш мотик. Это император, его высочество. Опа! Эй. Хулиганишь ты, мотик. Он просто чуть-чуть наглеть начал. Этот вроде бы остепенился, сын золотого. Он и цвет поменял. Шея тоже у него какая-то мощная стала. Мотик, ну, что за наглость, что за наглость? Ему нужно, чтобы его по чесушке почесали, вот. Давай, тебя тоже. Тебя тоже. И тебя тоже. И тебя тоже. Ну ладно. Блин, как с ними тяжело, а? Хочется, чтобы они были дома, в дневнике чистые, аккуратненькие. У него шишка здесь, помните? На лбу у него рана была. Не проходит что-то. А? Вот так, по чесушке. По чесушке. Ему тоже по чесушке. Мотик, что у тебя с глазами? Дай глазки потрути, вот так, вот так.
Все, я пошел к остальным. Вы оба чистые. Идеально чистые. Это еще и линяет. Так, это наша девочка. Хочу проверить, есть ли тут среди них жеребец. Она пугает быка. Блин, тут быки, а наша корова не гуляет, а? Так, вот жеребец. Вот это и есть жеребец маленького роста. Ва, машаллах. Машаллах, табаракаллах. Это когда родился, интересно? Ты когда родился, малыш? А? Маленький, маша Аллах, табарак Аллах. Это жеребец, 100% хочу удостовериться. Да, это жеребец. Яиц не вижу. Мерин, вообще не вижу яиц. Ну, а, иди, малыш. Иди сюда, иди, малыш. Иди, иди, малыш, иди. Иди, малыш, какой хороший малыш. Какой хороший малыш. Тебе сколько дней? Пару дней? Маша Аллах, какой хороший. Мамка тоже хорошая. Малыш тоже хороший. Кобылка родила вот прям вчера, наверное, позавчера, может. Очень-очень маленький же ребенок. Шанелька. Наша валиде с коровами что-то ходит здесь. Валидешке надо сделать эстрафан обязательно. Ламби тоже надо сделать. Вот этот жеребец, он хоть и маленького роста, Тони, что ли, не знаю. Смотрите, как он сосет молоко, прям подпрыгивает. Прям новорожденный, можно сказать. Так, куда пошла наша валида дурочка? Столько быков и наша корова почему не гуляет? Ходит холостой уже целый год. А, вон наша Регги. Там еще какие-то лошади лежат. Сейчас пойду посмотрю. Так, это наша девочка. Это наш Измир. Надо посмотреть, как Измир относится. Как Измир сейчас будет реагировать. Или они уже, может, давным-давно пообщались. Мы же не знаем отношения этих. Вот это называется местная порода, которая кроется в год. И потом рожает два, потом рост у них приостанавливается и остаются такими маленькими. Никто за этим не следит. Это тоже, походу, жеребец. Производитель. Измир. Надо копыта чистить всем лошадкам обязательно. Стой вот здесь, стой. Так, это не наша кобылка. Так, идем дальше к Изе. Иза. У тебя что, тут чисто? У Изы все чисто. У Изы почти клещей не бывает практически. Госпожа Домингос. Давай, давай, беги отсюда. Беги, беги, беги. Беги, беги. Хулиганка, не дает мне работать. Ванесса. Видите, вот такая трава здесь растет после дождя. Вон Ламби лежит у нас на боку. Маму ее не вижу. Вон Мото-Мото лежит перед мамкой своей. Вот Регитерск. О, император здесь. Лейлу. Лейлу не вижу. Лейлу не вижу. Лейла с татаркой, вон они. Вон они, с татаркой Лейла. Вроде бы. Лейлу надо же посмотреть. Надо было витамины с собой брать, колоть их. Ламби, 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 ламби. Я специально иду с шумом, чтобы она не стала. Ламби. Я здесь, лежи, 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 лежи. Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой, Ламби? Что с тобой, Ламби? Моя Ламборджини. Вот они, клещи. Мы их отрываем. Не отходя от кассы.
не отходя от кассы. Вот так. И вот так. Меня бить не надо. Аккуратно надо. Сейчас мы аккуратно снимем твои клещи, да? Будем смотреть и сзади, и спереди. О, вот и сзади есть они. Да, я уберу. Вот так. Раз. Да, я почешу и уберу. Два. Какие-то жуки еще. Дай-ка мне ногу вот так. Дай мне ногу вот так. Сейчас мы все уберем оттуда. Да? Сейчас мы все уберем. Ламби полностью почистили. Штуки 6-7 было. Довольно. Теперь я знаю, она хочет подойти ко мне. И чтобы дальше продолжал почесать. Маша Аллах, Маша Аллах. Маша Аллах, выросла она. Иди сюда. Иди ко мне. Иди, иди, иди сюда. Идем. Идем. Ламби. Иди сюда. Что-то, по-моему, чуть-чуть желтоватые у нее глаза, ребята. Надо за ней следить. Что-то глаза мне ее не нравятся. Пирочку немножко поймала, что ли она. А ну покажи. Желтоватенькая маленькая. Ламби. Машаллах, 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 табаракаллах. Ты папина девочка. Да? А ну погоняй немножко, покажи, как ты двигаешься. Пойди, давай. Или не хочешь? Все чисто там? Пошла. Неужели, да? А тут наша мадам, которую нужно скоро крыть. Ее дочка, которой нужно подойти аккуратненько. На том берегу император. Ой, как пошла. А? Татарка, шанелька, Измир, Ламби, девочка, император, Ванесса, чистые. Так, Лейла осталась. Иза тоже чистая. Валиде осталась. Сейчас их проверю, как что-то это как. А, сейчас этих проверю, посмотрим, что с ним. Что-то обычно она оставала, когда я подходил. Лейла на ноге обнаружил рану. Забираю домой, промыть, перевязать и отправить обратно. Мухи садятся, видите? Это не дело. Короче говоря, хотел забрать Рагитерск. Приходится забирать Лейлу. Искупаю. Сделаю все, что надо. Витаминчики туда-сюда и обратно. Пойдем. Пойдем, Лейла. Пойдем, пойдем, пойдем. Лейлу искупали. Ногу обработали марганцовым раствором. Теперь искупаем креолином. Сделаем витаминчик. С головы до хвоста прокапаем капли от мух, от всего. И потихонечку отпустим девочку обратно. И каждый день будем обрабатывать уже рану на поле. Иншаллах. Опа, 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 эй, 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 расслабься, расслабься. Кобылка, ну что же ты?
Опа, опа. Ай, молодец. Все. Все прошло. Ножки, если почистить, и будут чики-пуки. Коваль как назло, блин. Годами едет. Рану тоже. Ранее тоже перевязку сделаем чуть-чуть. И вперед, девочка. Это что такое? Это что за мусор, эй? Вот так. Молодец. Молодец, блин. Вот, теперь здесь чисто. Да, чай можно пить на этом месте. Машалла, машалла. Воняет, конечно. Красотка. Вот мы спустились с Лейлой с горки вниз, вон оттуда, а? Прошли вот оттуда, вон, ушли направо, спустились оттуда вниз, перешли речку, она широкая, но не глубокая, поднялись отсюда наверх, вот, видите, ребята, где была яма, в этой яме я сделал яму и похоронил Маквина вон туда, сейчас покажу, вот, видите, этот холмик, где покрышка стоит, вон, это холмик. Вон там гроб. Где холмик, это гроб. Лейла! Ты дура, что ли, блин? Руку обожгла мне, резко потянула. Так, видите, под водой это все хозяйство. Вот это место под водой. Вон там упало маленько. Короче, вот это все было в воде. Сейчас тут эта вода уже. Это сейчас получился бассейн для буйволов. Лейла чистенькая. Продезинфицированная. Как она охотно идет наверх. Давно мы с Лейлой вместе не гуляли. Лейла увидела других лошадей, у нее аж челка начала подпрыгивать. Лейла, где Маквин, где Маквин? Маквин! Девочка, ай, молодец. Уколы тоже взяли, сейчас других тоже будем колоть по мере возможности. Побежали, 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 побежали. Не хочешь бежать, цены набивает девочка. Она их видит и успокоилась. До этого ноздри прям раздувала. Нервничала. Все время. Так, ноги не пачкаем. Аккуратно по травинке. Коваль должен приехать, блин, не знаю когда. У всех лошадей ноги просто. Или нужно самому научиться расчищать. Что-то руки до этого не доходят. Ёлки-палки. Вот это она делает внезапно. Что, видишь себя, Лейла? Нет? Три, отпускаю Лейлу. Раз, два, три. Беги! Хоп! Давай! Ай, красота! Беги, Лейла! Животное не в том положении, да? Ой, как пошла. Не показывает она, что она рада их видеть, цены набивает. Гордая девица. Маленькая. Иди сюда. Властимира, идем. Идем, Властимира. Властимира, дочь медиума. Маквиновна, стой там. Будем делать витаминчики. Первую поймал татарку. Сейчас будем делать татарки. Ламби тоже просится, сзади стала. О, измир идет. Короче, сейчас они себя подтягиваются потихонечку. Ламби, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Здесь иголки, шприцы. Такс.
Татарка. Сейчас начнем делать татарки. Из мирчику тоже. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Вот так. Даже глазом не моргнуло, да? Конечно, измерь ее целует здесь. Ей не до уколов. Так, 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 аккуратно, 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 мальчик и девочка, аккуратно. Ламби тоже здесь поднял, хвостом стоит. Измир на недоустке не хочет. Измир, иди сюда. Так, кругеля делает небольшие. Но чтобы уйти вдаль, такого он себе не позволяет пока. Вот так ходит. Не надо жевать ее, а? Ну понятно, чуть-чуть большой он тебе. Иди сюда. Иди сюда. Измерчик. Давай, пойди к папе, иди сюда. Иди. Иди сюда. Блин, столько недоустков своровали. На жеребят одевал, сняли. У Измира был свой, сняли. У Ламби был мощный такой красный, сняли. Кому они нужны, интересно. Одеваю, чтобы проблем не было потом. Вот нет, снимают. Вот он идет, вроде бы хочет. Молодец. Ну, этот один день поработать с ним, он будет нормально двигаться. Иди сюда. Иди сюда. Измирчик тоже, кстати, сделал укол. Иди сюда, Измирчик. Иди, иди. Иди сюда. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Он чем-то на принца Айдара похож. Отпускаем. Вон теленок тоже хочет укольчик. Ты тоже хочешь укол сделать? Тебе нельзя пока. Это место здесь никогда в моей памяти не было воды. Говорят, раньше здесь вода была. Водопой для скота. Она наконец заполнилась. Вон там теленок чуть-чуть зашел в нее. Машаллах, хорошее. Хорошее местечко. Нарисовалась. Так, остальные лошади там. Татарки сделал, Измиру сделал. Не знаю, девочки делать, не делать. Можно, в принципе, сделать. Вон, Ламби нашла свою маму. Мама там кувыркается, кукушка. Я ее купаю, поливаю, сушу. Обеззараживаю. От клещей, вернее. А она там кувыркается. Встала, конечно, только что. Так, идем ловить по очереди теперь. Что-то Ламби сбунтовала, Ламби хотела сделать, что-то она сбунтанула и мамку еще увидела, убежала. Сейчас чуть успокоится. У нас ЧП, блядь. Этот придурок украл веревку, убежал. Смотрите, какой это делает. Так берет и ворует. Надо вовремя его остановить. Это раз. Во-вторых, короче, у меня до сих пор собачий кайф, лекарство на руках. Короче, вот здесь бабахнул мне этот, как его, мото-мото. Шанельку, короче, поймал, чтобы... Эй, шприца не воруй, а то с кармана в пакет вытаскивает. Короче, шанельку поймал, хотел, короче, веревку взять, смотри, веревку этот придурок забрал у меня. И жеребенок его толкается, мото-мото. Я его раз отталкиваю, о, как бах мне. Прям в таз вот эта кость. Мама, не говорю, так болит. Кстати, первый раз в жизни меня нормально легнула лошадь. Это жеребенок. Это была последняя лошадь. Еле-еле я ее поймал. Эти два придурка мне очень сильно мешают. Этот вообще капец. Съел вату. Блин, я не знаю, что-нибудь будет с ним, не будет. Ну, нормальный кусок ваты схавал, он с кармана вытащил. Эти, короче, не дают ловить мамку. Кто за недоуздок, кто за чумбур, блин. Туда-сюда, блин. Вот на самом деле детский сад тут у нас...
Короче, два шприца испортились. Когда набираешь ребенок, то сзади толкнет, то куснет, блин. То бомбанет, блин. Нормально засандалил этот гаврик мне вот сюда. Так, прилично. Это мото-мото. Так болит, что когда хожу, прям дыхание замирает. Иди сюда. Со всей дури как махнул. Гаврик. В общем, всем сделали. Ему не сделал. А, ему чуть-чуть сделал я. Он вытащил. Иголки, короче, согнулись. В общем, Измиру сделал. Валиде не сделал. Этим ему не сделал. Мото-мото не сделал. Ванессе сделал. Короче, там Ламби не сделал. Ламби что-то, я не знаю, мама пришла, охренела. Там внизу есть лошади Ильяса. Сейчас пойдем посмотрим на жеребенка, который родился от Золотого. Посмотреть хочу, какая масть у него. И потом домой. Устал сегодня, реально. Этот, знаете, что делает? Он ворует молоко в Шанельке. Когда я делаю укол, держал, этот берет, сосет там молоко. Говнюк, блин, вату своровал. Чумбур своровал, убежал. Папа тебя долго искал. Еще мне тут номера свои будешь показывать. Говнюк маленький. Иди отсюда. Ну что, Шанель, я тебя отпускаю теперь. Девочка вся грязная. Вон сейчас ту лошадь поймаю. Две иголки остались у меня. Вот этот, который родила чужая, я ей тоже сделаю укольчик. Если она разрешит. Если нет, значит нет. Домой. Посмотрим Ильяса Табун. И Айда. Мото-мото. У Лейлы вообще другая видуха в табуне. Смотрите, какая разница, когда лошадь чистая. Ух ты, за что Изи ты сделала кусь? Луки пахнут. Лейла. Лейла себя чувствует грозой. Карантая. Это место называется Карантай. Вон Ильяса лошади. Сейчас идем вниз смотреть. Наши ребят. Маквин, а ну-ка, сдай-ка с дрозда. Давай, покажи, как ты. Оп, двигайся. Нифига ты не двигаешься, когда тебе не интересно. Чуть-чуть отдалю их. Это дочь с матерью. Валиде побелела, поселела. Или как правильно сказать. Иза Петровна. Измир. И все остальные. Так, вот эти кобылки, которых крыл наш Золотой. Одну официально, другую неофициально. Другую, как-то раз мы ехали Золотым гулять. Он из-под меня вылетел, когда увидел эту кобылку. Седло упало. Сейчас, вон он же ребенок идет, смотрите. Сейчас вы скажете, он не от Золотого, смотрите. Она от черных жеребцов рожала. Светлых, а тут смотрите, какой родился. Это сын Золотого. Может быть, потом уже посветлеет он. Дочка, вернее, это кобылка. Походка видно Золотого. А вон еще один, где этот? Темненький. А вот, видите этот? Это тоже от Золотого, он уже светлеет. Короче, вот две кобылки, он темный от этой. Вот тут у нас голова кружилась у Золотого. А это когда он убежал. Бросил меня. От этой вот он. Сейчас пойдем поближе снимать, если не убегут, конечно. Вот эта кобылка. А вот ее дочка. Вот дочь Золотого. А ну, дайте-ка немножко дрозда. Давай. Ну, покажем жеребенка. Давай, покажи. Может, потом масть поменяется. Ну, хороший, ладный, здравый. Неужели это жеребец в недоустке? Или кобыла?
Короче, за бугром мои, на этой стороне они. Дождь собирается. Ванес. Хорош, я уже ухожу домой. Хорош, ну оставь уже, ну все, прекращай. Все, я ухожу уже, хорош. Этот алло самец, короче, орёт, ты куда её везёшь, говорит. Ты смотри, какой ураган, прям. Лейла даже возмущается, куда ты её везёшь, говорит. Все идут за ней, что-то, когда Лейлу забирал, никому не было дела до неё, теперь за ней кричат. Дождь собирается, если пойдёт дождь, я её отпущу, пойдёт домой, если нет, то, если до дома дойду, то будем дома. Пойдём. Пойдем, Реги, пойдем. Ты попутал, что ли? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Так не бывает. Надо идти домой. Надо с пацанами. Надо с Марсельчиком тебя познакомить. Пойдем, пойдем. Нормально, ты отдохнула. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Куда сейчас Лейла собралась, интересно? Он то к нам, то обратно к ним. Он то к нам, то обратно к ним. Татарка же все портит. Пошел. Она пошла, татарку позвала. Сейчас татарка за нами идет. Малыш, пойдем, пойдем. Там дождь пошел уже. Татарка тоже идет за нами. Коза рогатая. Не надо было. Дождь идет. Наверное, отпущу я, скорее всего. Да и все они сейчас сюда ломятся за нами. Это же ребенок бунт поднял. Вот, смотрите, какой шоу, класс. Хоп. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Это жеребенок Регитерск пошел вниз. Ага, теперь он сворачивает сюда. Дождь пошел конкретный. Он говорит, маме, мама, иди сюда, а мама не идет туда. Ребенок потерялся, сейчас мамка будет нервничать. Оп, оп, оп. Вот молодец. Вот в ней сидит египетская кровь в реке. Вот теперь она показывает свои красоты. Пойдем, 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 дождь идет, конкретно дождь идет. А где же ребенок, а? Жеребенку делать нечего, походу. Сейчас же ребенок потеряется такими темпами. Ребенок Реги
с ума сходит, дуркует, маму ищет. Крикни, крикни. Давай, крикни. Давай, давай, дочку тоже забираем домой. Крикни. Ну, крикни, давай. Давай, крикни. Ну, крикни, а. Теперь она услышала маму, сейчас пуля ей должна прилететь сюда. Давай, 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 еще. Не видит малышка мама. Эй, Регги. Регги, стой. Нам нужна дочь, чтобы здесь была. Давай, беги, доченька, беги сюда. Кричи, давай. Давай, кричи. Давай, 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 кричи, Регги. Давай, малыш, сюда иди. Малыш, мама здесь. Пойдем. Ребенку и к ним хочется, и с мамой хочется. Смотрите, бежит вниз. Ой-ой-ой, дура, 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 тихо. Отпущу-кася сейчас Регги, а то дождь идет, как заяц бежит. Сейчас, я думаю, обратно наверх припрется. Тут уже Измир со всеми бегут наверх получать маму. Отпустил я их. Сейчас смысла нет эту толпу домой забирать. Они думают, что они спасены.